первый кубок Силовятского по бодибилдингу и пауэрлифтингу, который проходит в самой красивой деревне России, селе Вятское. Собрались очень много сильных спортсменов в номинации пауэрлифтинг, джим лежа и становой тяги. Очень большое количество соперников, но помост все покажет, поставит на свои места. Ну что, желайте удачи соперникам. Удачи не буду желать. Слабым удачи не поможет, а сильным она не нужна. Могу пожелать только легкой штанги и без травм по нашей традиции. Нам понравилось буквально все, начиная от организации самого мероприятия, доброжелательности людей, гостиницы, погода, атмосфера. Все просто на высшем уровне. Сами соревнования очень понравились. Мы приезжаем в Ярославль второй год подряд. Ну, как видите, не относимся к числу бодибилдеров, но тем не менее пытаемся поддержать всех атлетов без исключения. Молодцы, огромная сила воли. Трудолюбие. Очень-очень приятно смотреть. Ну и спасибо Ярославлю за то, что таких героев выращивает. Замечательное ощущение. Все проведено вот так, как это должно быть. Плюс местный колорит, это очень здорово. Вот, я очень доволен. На следующий год, я надеюсь, будет еще интереснее. Может быть, турнир выйдет за рамки Ярославской области, может быть, соседи нас поддержат. Хотелось бы в это верить, потому что в соседних областях тоже есть очень достойные, очень серьезные спортсмены. И они бы украсили турнир. Вот он, опытнейший спортсмен. Непривычно в таком месте принимать участие в соревнованиях. Лучше в кондиционируемом помещении? Нет, почему? Я не первый раз выступаю так на открытом воздухе. У нас вот в Саратовской области я выступал. У нас на городском пляжу регулярно летом проводятся соревнования вот такого формата. Очень хорошо, полезно. Ну и люди поддерживают вокруг, да, которые пришли на пляж. Самое главное, что это дети видят, и они как бы стремятся тоже к этому. Это, ну, пример для детей. Это, ну, я думаю, это очень важно. Все просто здорово, организация хорошая. Ребята хорошие, все понравилось, все отлично. Все с собой довольны? С собой, ну, не совсем. Что хотел, не все поднял. Да. Мне просто сказали авторитетные люди, что вы тут самый прямо, самый крутой. Обманывают. Вообще ваш личный рекорд какой? 250 килограмм. А здесь отжали? 235. Интересное мероприятие, которое, я думаю, должно не только в Вятском, но должно развиваться, потому что, если погода позволяет, это очень интересно, невероятно. Соревнования на свежем воздухе объединяют всех жителей нашего города. Приехали вот даже сюда, в Вятское, приехали ярославцы, приехали костромичи, приехали из Иваново. То есть это хороший такой почин, который нужно поддерживать. Организация порадовала, очень понравилось скопление народу, которое пришло. Подозревал, что в субботу никто не бросит все свои грядки, дачи в первый солнечный день лета. Вот, и очень все понравилось. Как оцениваете уровень спортсменов, которые приехали сюда? Серьезный профессиональный уровень. Хорошая борьба была, интересная.
ожидания наши оправдались. Мы очень рады, что приехали люди. У нас хорошие партнеры, хорошие спортклубы привезли своих спортсменов. Это клуб «Атлетика», клуб «Гараж». Им спасибо большое. Спасибо большое спортсменам, которые приехали к нам и выступили. Нам понравилось.